Соседи по планете. Мы живем в большом и красивом мире. Имя миру нашему Земля. Здесь у каждого есть своя квартира. Норка, гнездышко или конура. Твердо ты слова запомни эти. Друг для друга мы всегда соседи. И чтоб мирно нам существовать, нужно больше друг о друге знать. Нужно больше друг о друге знать. Они живут в краю лютого холода. Зато мы всегда щеголяем во фраках. Они птицы, но не умеют летать. Зато мы плаваем не хуже дельфинов. Своей забавной походкой и внешним видом они напоминают смешных и важных человечков. Зато пешком, вот этой самой походкой, мы способны пройти огромные расстояния по льду и снегу. Так кто же эти маленькие толстяки? Мы – пингвины. И знаете, мы совсем не обижаемся, когда нас так называют – толстяки. Да-да-да, по одной из версий, имя пингвин действительно произошло от латинского слова «толстый». А вы попробуйте выжить в суровой Антарктиде без солидного слоя жира. Моментально замерзнете. А мы не только живем в краю вечных льдов и снегов, мы еще и плаваем в ледяном океане и выводим птенцов в лютый мороз. Как же вам удается выжить в таких условиях? Только вместе, иначе невозможно. Мы живем большими колониями, иногда до десятка тысяч пар. И птенцов растим парами. Мама и папа высиживают яйцо по очереди, а потом также по очереди кормят птенца. А ведь сохранить и высидеть яйцо в такой мороз невероятно трудно. Да, но тут нам как раз очень помогает то, что мы толстяки. Мы придумали хитрость. Кладем яйцо на лапы, а сверху накрываем его толстой складкой живота, как теплым одеялом. Отлично придумано. Сначала яйцо согревает мама, потом пингвин папа, а мама уходит набраться сил и поохотиться. Постепенно папа-пингвин становится совсем не толстяком, ведь весь период высиживания, а он длится больше 2 месяцев, папа ничего не ест и очень худеет. Ничего, потом папа восстановит силы. Когда птенцы вылупятся и чуть-чуть подрастут, вся наша пингвинья колония приходит на помощь молодым родителям. Для малышей устраивается специальный пингвиний детский сад. Что-что? Детский сад? Да, настоящий детский сад. За малышами присматривают взрослые воспитатели, охраняя их от хищников. Если дует холодный ветер, а в Антарктиде такие ветры не редкость, воспитатели встают в круг, тесно прижимаясь плечами, и защищают от ветра малышей-пингвинят, которые сидят в центре круга. Ха, в таком детском саду не пропадешь. Конечно. Вернувшись с охоты, родители находят своих детей и кормят их. У пингвинят отличный аппетит. Малыш съедает на обед 6 килограммов рыбы, да еще требует добавки. А когда птенцу исполняется 5 месяцев, он впервые отправляется в море. Ну, в море вам равных нет. Ведь от всех прочих птиц пингвинов отличает совершенно особое строение тела. Да-да, недаром говорят, что пингвины – это ласточки, только толстые. Точно, под водой пингвины действительно похожи на ласточек. Так стремительно и красиво они двигаются. Кажется, что они действительно умеют летать, только их стихия не воздух, а вода. А все потому, что форма тела у нас обтекаемая, идеально подходящая для передвижения в воде. Крылья пингвинов – не что иное, как ласты. Наши мускулы и кости устроены так, что мы можем работать этими ластами под водой почти как винтами. Отряд пингвинов насчитывает 18 видов, и каждый из них – уникален. Расскажем о нескольких из них. Патагонские пингвины.
самые выносливые. Они могут плыть 2-3 недели и проплыть расстояние до 1500 километров. Пингвины Адели самые смелые. Они бесстрашно ныряют вниз головой с ледяного трамплина и также бесстрашно защищают свою территорию от нападающих хищников. Высокохохлый пингвин – единственный из всех видов пингвинов, который умеет двигать хохолком. Золотоволосые пингвины самые красивые. У них большой розовый клюв, а на голове пышное украшение из оранжевых перьев. Самые выносливые, самые заботливые, самые дружные и самые симпатичные. Это мы, пингвины.